Так, ну что, посмотрим, что из себя представляет Ацавалана азербайджанская грабка. Так, значит, чем интересно? Да, интересный бугельный замок. Такой симпатичный, строгий дизайн. Да, обалденный аромат. Обалденный чистый аромат. Для понимания, это не похоже на традиционную граппу, которую я пробовал. Это поинтереснее вариант. Значит, по ощущениям, пахнет, в принципе, чистый виноград. Никаких сивушных примесей не наблюдается абсолютно. Приятный сладковатый, сахара здесь четверка, что ли, максимум. Приятный сладковатый аромат, вот я говорю, скажем, аромата, может быть, белых яблок. Совершенно не спиртуозный,